Пацаны, здорово! Сегодня-завтра долеплю видос, чем вся моя история закончилась. История закончилась, в принципе, положительно. Всем огромная благодарочка за поддержку эмоциональную, финансовую. Слушайте, я с Ромчиком встретился. Он меня через YouTube нашел. Приехал сюда в гости. Слушайте, мне Ромка подарил, короче, навигатор Garmin. Вот. Я думаю, что нужно хоть одно устройство иметь, которое отдельно, которое не телефон и а-ля все. Вот. Но геморрой какой. Так как он был куплен в Англии, у него бесплатно по софтине, по родной, загружается сюда только ирландские, английские карты. Вот. Перерыл рутрекер и этот, как его, и ФОПДА, российских карт хватает, там украинских, белорусских, новых, европейские карты, там а-ля 13-го года. Вот, на офсайте там стоит что-то 80 евро, что ли, там что-то карта на Европу, ну, там, или на Испанию только, ну, короче, до хрена. Вот, народ, подскажите, где вот на эту херню найти взломанные карты, но не до исторических времен? Там файлы, может у кого-то есть, залейте, скиньте мне ссылку, блин, поставлю, ну пусть будет, хорошая вещь. Garmin — это же вообще круто, это как iPhone почти, только в мире навигации, путешествия. Пацаны, попозже видос запилю, где взять карты на Garmin, европейские.